27 лет назад я увидел статью в журнале про иностранный вид спорта триатлон. Именно тогда у меня возникла мысль, что в нашем крае этот спорт тоже будет востребован. Андрей Полянский был человеком, который поддержал меня, и мы собрали первые соревнования по триатлону и в Железногорске. Мы с Владимиром никак не можем вспомнить день нашего знакомства, зато сколько совместных историй и достижений. Так получилось, что наша жизнь оказалась связана с этим спортом на много-много лет. С Андреем мы дружим и по сей день, встречаемся в его родном городе и обсуждаем последние новости. Выйти в парк на пробежку – не проблема, в любую погоду. Стараемся поддерживать форму. Я всегда открыт для прессы и с удовольствием принимаю участие в проектах телеканала «Енисей». Например, тренирую ребят из детских домов, которые участвуют в известном велопробеге. Думаю, вместе мы можем сделать еще много интересного и полезного. Железногорск имеет для нас большое значение. Именно здесь 25 лет назад прошли одни из самых первых соревнований по триатлону.